Здравствуйте, дорогие мои друзья! В сегодняшнем видео вы увидите обзор сортов с названиями низкорослых вегетативных бордюрных георгин. Видео снято в одном из садовых центров Лондона в августе 2021 года. Друзья, сейчас очень огромный интерес к таким вот георгинам, низкорослым, бордюрным. Пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями, поделитесь этим видео в соцсетях, подпишитесь на мой канал, потому что это тема, которая интересует всех. Очень огромный интерес к таким вот георгинкам, потому что они очень декоративны в саду, а также это неплохой заработок для вас, друзья, потому что очень большой спрос именно на такие вот георгины, которые можно выращивать в горшках, которые можно сажать в бордюрах, которые очень красивы, очень декоративны. Когда я снимала это видео, я не думала о том, что я буду опубликовать его на YouTube. Я просто снимала его для себя, для того, чтобы запомнить, какие сорта были в продаже, чтобы иметь какую-то информацию. Но я вижу, что очень большой, огромный интерес, и поэтому я публикую это видео. Здесь в видео, если останавливать кадры, вы сможете увидеть название каждого сорта на горшочке, но в описании будет название еще, и я постараюсь дать его в видео. Итак, вот этот вот красный сорт, который вы видите сейчас, это сорт Vitamins Best. Рядом с ним сорт пониже и помельче цветки, это Labella Grande Deep Orange. Ну а это Vitamins Best. Огромные цветки, но чуть-чуть повыше растения. Очень красивые эти георгины. А теперь, друзья, давайте перейдем в другое место этого садового центра. Тут продавались вот такие вот красивые георгины. Сначала давайте посмотрим в целом, что здесь продавалось, и я вам расскажу о названиях этих сортов. Итак, друзья, вот эта вот красивая розовая огромная георгина, это сорт, вот это вот георгина, это сорт Долина Макси Салинас. Прекрасная георгина. Это оранжевая георгина, это Долина Макси Эмилио. Долина Макси Салинас. Белая георгина, сорт Долина Макси Лопес. Это Долина Макси Салинас. Все названия будут в описании, и вы сможете посмотреть. Это поможет вам, друзья, потому что это очень важная информация. Георгины, вот именно эти розовые, Долина Макси Салинас, очень огромные цветы, больше 12 сантиметров диаметром. Вот эти вот помельче, но они такие шаровидные, Долина Макси Лопес, белые. Но все они очень красивые и компактные, высотой 40 сантиметров. Вот эта оранжевая какая красивая, Долина Макси Эмилио. Вы видите вот сейчас название на горшочке. Эти желтенькие, лимонные, это Долина Макси Сонора. Вот это вот серия Gallery. Gallery Orange Yellow. Ну а это расписная красота. Долина Макси Канкун. Видите, вот тоже написано на горшочке. А рядом более такая красная с белым, это Долина Макси Тампико. Тоже мне очень нравится, очень нравится. И как видите, их очень мало осталось. Ну а это серия Gallery. Просто шло название Gallery White. Просто вот такое вот название. Но она имела такую вот розовинку внутри. Очень интересная георгина, очень красивая. Мне она очень тоже понравилась, Gallery White. Рядом только вот один экземпляр был. Я жалею, что я не купила. Долина Макси Топия. Очень такая красивая, малиновая. Это оранжево-розовая, это сорт Gallery Rose. Тоже очень нежный и красивый сорт. Ну а это, друзья, витрина. Это была просто невероятная красота, просто фантастика. Это новинки, это серия 2XL, супер сайз. Это огромные георгины в размере. Сами они невысокие, тоже 40 сантиметров, тоже компактные, но диаметр цветка некоторых был 15 сантиметров. Не все, вы видите, некоторые из них помельче, некоторые покрупнее. К сожалению,
конкретного названия каждого сорта не было, была только серия 2XL. Но вы все это можете посмотреть в интернете. Там есть название каждого из этих сортов, вы сможете это найти. Но здесь вы именно наглядно видите, какие цветы каждого из сорта серии 2XL. И сейчас, друзья, весна близится. И кто интересуется этим профессионально, кто занимается выращиванием, у кого большие теплицы, у кого это заработок, вы сможете заказать черенки вегетативных георгин онлайн или из Польши привозят черенки. Вы знаете, где это можно заказать. Это видео очень поможет всем, всем любителям цветов, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!